День дарения книг объединяет всех, кто любит литературу. В этот день Центральная библиотека Анапы объявила акцию сбора произведений наших классиков и современников «Дарите книги с любовью детям». Собранные тома были переданы друзьям библиотеки, организации «Радость жизни». Волонтеры 6-й городской школы «Горящие сердца» под руководством Екатерины Токмаковой подготовили программу, вручили книги и подарили праздник детям и родителям. Нам было в радость подготовить мероприятие для того, чтобы красиво организовать передачу книг, чтобы дети смогли читать, чтобы дети смогли получать новую информацию, новые знания и через книги воспитывать в себе чувство прекрасного. Этот праздник был инициирован одним обыкновенным человеком, так сказать, из народа. Эмма Бродмур, она основательница сайта детской книги и мама троих детей. Однажды один из ее сыновей подошел и спросил у мамы, а почему нет такого праздника, такого дня, когда бы люди просто так дарили бы друг другу книги? И вот этот вопрос стал поводом для создания этого праздника. Обращаясь к знакомым, пользователям социальных сетей, коллегам и партнерам по сайту, Эмма инициировала 7 лет назад ежегодное проведение Дня дарения книг. Вопрос малыша был подхвачен миллионами людей, что и способствовало его международному статусу. В этот день принято дарить книги. И в первую очередь дарить книги детям, которые, в свою очередь, из книг черпают всю ту информацию, учатся добру, сопереживанию, состраданию к ближнему. В общем, всему тому, что помогает вырастить из него человека. В России к празднованию Международного дня дарения книги подключились библиотеки во всех уголках страны, торговые сети, сайты, благотворительные организации. Анна Жукова, Анапа регион.